Добрый день! С вами музыкальный магазин Glinky.ru. Сегодня мы представим вам новинку – корпусное цифровое пианино Kurzweil M115. Инструмент относится к одному из самых популярных сегментов – это корпусные пианино средней ценовой категории, инструменты, которые хорошо подходят для обучения или домашнего музицирования. Такие инструменты, с одной стороны, хорошо смотрятся в любом интерьере, а с другой – предоставляют все необходимое для занятия музыкой. Компания Kurzweil уже давно завоевала уважение музыкантов по всему миру. Профессиональные синтезаторы и сценические инструменты фирмы используются на студиях звукозаписи и концертных площадках. Цифровое пианино M115 является дальнейшим развитием популярной модели M110 и конкурирует с аналогичными инструментами таких известных брендов, как Yamaha и Roland. Kurzweil M115 выполнен в форм-факторе корпусного пианино. Крышка для клавиатуры, три педали и пюпитр для нот являются частью конструкции инструмента. Слева от клавиатуры находится панель управления и небольшой дисплей. Справа находится кнопка включения, ручка регулировки громкости и разъем для подключения смартфона. На M115 установлена полноценная 88-клавишная фортепианная молоточковая механика с 10 уровнями чувствительности. Это одна из самых тяжелых клавиатур в классе, что является неоспоримым преимуществом модели M115. По тяжести она приближена к клавиатурам большинства акустических пианино, которые стоят в музыкальных школах. Это будет полезно в первую очередь начинающим пианистам, для которых постановка и тренировка рук является первоочередной задачей. Основной фортепианный тембр инструмента создан на основе сэмплов живого рояля, а полифония 189 голосов позволяет исполнять произведения любой сложности с педалью. Сразу после включения исполнителю будут доступны 30 избранных тембров. При переключении пианино в режим General MIDI количество доступных тембров увеличивается до 128. Также режим General MIDI позволяет корректно воспроизводить MIDI-файлы с компьютера правильными тембрами. Помимо различных тембров, в M115 доступны следующие полезные функции. Метроном, 30 стилей автоаккомпанемента, запись одной композиции в инструмент. Возможность разделения клавиатуры на две независимые зоны, наложение двух тембров и возможность игры дуэтом. Также в инструмент заложено большое количество фортепианных произведений, которые можно разучивать, отключая воспроизведение партии левой или правой руки. M115 позволяет производить запись музыки с инструмента на смартфон. Для этого нужно соединить смартфон с разъемом Smart In-Out, кабелем, идущим в комплекте. Инструмент может воспроизводить звук или через встроенную акустическую систему мощностью 25 Вт, или через наушники. Два разъема для них расположены снизу слева под клавиатурой. На задней стенке расположены разъемы для подключения питания, линейный вход и линейный выход для подключения внешних колонок. Также есть разъем для подключения пианино к компьютеру по USB, чтобы использовать его как MIDI-клавиатуру. Модель выпускается в двух цветах – в цвете палисандр и в белом цвете. В комплекте с инструментом идет банкетка соответствующего цвета. Kurzweil M115 конкурирует с такими популярными моделями цифровых пианино, как Yamaha UDP-144 и Casio AP-470. При этом на M115 установлена более тяжелая клавиатура. Инструмент подходит как для использования в квартире, так и для небольших залов, так как при максимальных значениях громкости пианино обладает довольно ярким и объемным звуком.